иногда думаю, что бы было, если бы мы родились в другое время. В этой же стране, в этой же республике, возможно, в этом городе, но немного раньше. Ушел бы я также на фронт. Где бы я воевал? В авиации? В стрелковой дивизии? В отдельном полку? Какие люди были бы рядом? Какую музыку мы бы тогда слушали? Я думаю о том, по каким дорогам и на каких машинах мы бы ездили. Как с трудом продвигались вперед, и как поддерживали друг друга, как ценили мгновения без войны и улыбались. Улыбались девушкам, которые оказались с нами на фронте, выполняя мужской долг. Как быстро бы мы взрослели, смогли бы из вчерашних студентов превратиться в научных сотрудников и работать вместе с учеными с мировым именем Вавиловым, Короленко, Курчатовым, Туполевым, Королевым. Смогли бы мы встать у станка и работать, засыпая всего на 3 часа в сутки. Было бы у нас столько мужества, героизма и отваги, чтобы даже в такое время сохранить дружбу и преданность. Как бы мы радовались простым вещам, куску хлеба и стакану молока, и, несмотря на голод, отправляли последний мешок зерна на фронт. Только из Татарстана на фронт ушло 700 тысяч человек. А вернулся лишь каждый второй. Каждый второй. О чем бы мечтали и кого любили? Смогли бы бороться до конца и раз за разом совершать невозможное? Могли бы мы, глядя смерти в лицо, идти вперед, закрывая спинами своих друзей
и свою родину. Идти сквозь боль, дым и огонь к победе. Великой победе. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. А иногда я думаю, как это круто, что мы вообще родились. И круто, что у нас еще есть время. Время успеть сказать спасибо. Отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.